Намасте. I would like to know a little bit more about the beginning of your spiritual journey, let's call it. Maybe how your masters influenced you, and more precisely about the early stages of how you came into contact with what we would call the self. Я хотел бы узнать немножко больше и спросить о том, как начиналось ваше духовное путешествие, в его ранних стадиях, как вы встретили своего мастера и как это все было. First time, as I remember, насколько я помню, when I was a bear, I was 6 months old. Мне было всего 6 месяцев, когда я осознал. And I saw my mother pushing me. Я увидел. A wagon, kind of thing. Моя мама, как она толкает коляску, катит. Over a bridge. По мосту. There was a river. Внизу текла река. That's what I saw. То, что я увидел. From above. Я увидел это как бы сверху. But of course, there was no spiritual reflection. Ну, никакого духовного размышления в дальнейшем не было, конечно. Didn't exist. Потому что я даже не знал такого слова. Just seeing, я просто like I see увидел you now. Это так, как я вижу вас сейчас. And it was free and beautiful. Это, в этом была свобода и красота. And later in young age, also this absolute clarity. И в дальнейшем тоже, в юном возрасте довольно. Is here. Было так, что вдруг... You say grammatically, was here. Это абсолютная ясность здесь. It is here. Но грамматически я должен был бы сказать, что это было. Because но я говорю, она здесь, сейчас. This clarity does not touch time. Потому что время не может коснуться этой time. Ясности. Она никак не имеет никакого отношения ко времени. Then started friction because my beingness did not tally with that what authorities told me. Parents, priest, и именно из-за этого teacher and so on. Мое внутреннее существо, оно не соответствовало тому, что говорили мне родители, священники, учителя. Ну, я, конечно, играл в игру. Entangled into the person. И, конечно, я тоже в итоге being a body and being вовлекся в то, что называется личностью и телом. Getting entangled in the body happens naturally because это естественным путем. Even as a small boy and your knee is bleeding, например, it's not a pleasant experience. Когда вы маленький мальчик, вы падаете, physical experience of you identify yourself. Разбиваете коленку в кровь, и, конечно, and больно, of course, и in our culture, everybody convinces you that you are this body. Это, конечно, чисто физический опыт, и это тоже подтверждает and то, что вы learn, это тело, и все вокруг говорят, что вы это тело. И говорят, что вы должны учиться and to have a certain behavior. И вести себя определенным образом. And you're told what is good and what is bad. И вам говорят, что and хорошо, и что плохо, impure, right? И то, что относится к нечистому. And of course, they even try to put sin into me and all this kind of stuff. И, конечно, все эти вещи, они тоже хотели навесить понимание грехов на меня. But I didn't believe that. Но я не верил. This direct beingness was always stronger. Моё вот это я есть, прямое переживание бытия, оно всегда было сильнее, чем то, что мне говорили. Well, then, of course, I enjoyed life. Ну, конечно, потом я всё равно наслаждался жизнью. Somehow, at a young age, I was physically
fighting with the Christian God. Но когда уже в юном возрасте я все время сражался как бы с христианским Богом, с тем, что хотели на меня навешать, чего хотели меня научить. I had to liberate myself, even though, of course, also in this reality I had beautiful experiences. Конечно, хоть я в этой реальности имел разные красивые опыты, beautiful. Но я хотел освободиться от своего experiences and realizations when you live in the Christian reality. У меня были опыты и переживания, связанные с христианской реальностью. But it was a physical fight. Но физически like я this even не described это. In the Old Testament, fighting with God, you know, wrestling with God is the correct word. Я действительно мерился с Богом силами, как бы. And I was more interested in Western philosophy. Я больше интересовался западной философией. Western philosophers. И философы. I had no access to Eastern philosophy at that age. Тогда в том возрасте не было возможности и доступа к восточной философии. I was more into Western philosophy. Поэтому западная была областью моего интереса. All the stuff, existentialism and nonsense. I was not even drawn to the Eastern culture. Я даже не имел склонности к восточной культуре. I even remember I had kind of unpleasant feelings when даже у меня I heard the word meditation. Когда я услышал слово «медитация», у меня какое-то неприятное чувство возникло во мне. Наверное, это с прошлой жизни, когда я очень много медитировала, а сейчас уже видела такое. Хватит уже. Я слышал слово «медитация», такое вот было ощущение. But it happened to be that I was a mountain climber. I was a climber. Я ходила в горы регулярно, занимался альпинизмом. Climbing mountains. And when I was younger, I climbed in the European Alps. Yeah. And then as a student, I met with a friend that was on the way to Nepal. Потом, уже когда был студентом, поехал в Непал к своему другу. So do a long tour there and climb some peaks. И там пошел. And I wanted to go overland. From Germany to India. But while I was on the road, there was the outbreak of war between Iraq and Iran, so we could not proceed, so we had to fly. Началась война между Ираном и Ираком, so и полеты стали невозможны. Bombay. И поэтому... And Bombay in 1981. Я не смог улететь из Индии в Германию. Was different than now. It's still тогда я поехал в Бомбей. Amazing, but остался в Индии. 1980, maybe this gentleman, you were alive 1981, I think, yes. No? Вы вот yes. В 82 году yes. Еще. Yes. 81, Бомбей. В 81 году. Бомбей, 1981. Yeah. Yeah. That's where I am right now. Was different, no? Different India than now. Тогда была совсем другая Индия, другой Бомбей. Later I realized I had to come to Bombay because a beautiful, wild, extrovert saint was living there. И тогда в Бомбее жил Нисаргадатта Махарадж. Нисаргадатта Махарадж, он был совсем дикий человек, по слухам, неуправляемый, но святой. Was the first contact with Advaita without anything knowing. Я не знал ничего про Адвайту тогда. And then, even it was planned to climb only for 1 month in Nepal. Тогда хотя у меня был такой план. Once I was there, we were going overland. Хотя у меня было желание только на один пик залезть в Непале. Beautiful and weird experiences.
потому что у меня там были очень странные опыты. Я попадал в разные реальности. In Nepal, when I was on the evening after a long hike in the mountains, was sitting watching the sunset. Непале однажды где-то я сидел в горах, смотрел на горы и на закат солнца. Suddenly my chest broke open and I exploded. Как будто у меня открылась грудная клетка, и я просто взорвался в эту вселенную, как бы. Primal experience of oneness. Это был первый опыт becoming one with the entire universe. Когда вы становитесь единым со всей вселенной. And then our side somehow come back in this body. Ever since the night was already there, it was night. И когда я как бы вернулся в тело, I was showered in tears. Я плакал. Something had changed. Что-то изменилось во мне. So then I decided not to go back to Europe and я решил immediately continue my study, but I was going back to India and не возвращаться в Германию для продолжения обучения, а остаться в Индии. Like a sadhu. И жить как садху. Just three long years. Просто. There was diving into Indian spirituality. И так я жил какое-то время, и именно тогда я приучился. Different philosophies which we have in India. Индийскую философию, культуру, образ жизни. But I didn't want to. At that stage, I didn't want to have a teacher. Но в тот момент я не хотел, чтобы у меня был учитель, я не мог принять его. Luckily. Luckily. По счастливым обстоятельствам. No ripe teacher, no sadguru. В то время я не встретил ни одного. Was available to me. Учителя, который был достаточно зрелым. Рамана Махарши was not alive anymore. Рамана Махарши уже оставил тело. I didn't hear about that Advaita in the early years. Ну, я не слышал ничего про Адвайту. Then, end of the 80s, maybe 89, I came to first. Примерно в 89 году to Тирувананамалай. Я приехал в Тирувананамалай. Also, here was still different than now. Тоже Тирувананамалай тогдашний отличался от сегодняшнего. Даже ашрам был другим. Not so open. Не был таким открытым. But I was doing the pradakshina. Но я делал продакшину. Have you done the pradakshina? Ходил вокруг горы. I advise you to do. Вы ходили? Нет. Я вам очень советую. Because it might also, knowingly or unknowingly, tremendously transform you. Потому что это может невероятным образом вас изменить. But then I was, of course, interested, but okay, Bhagavan was here. Да, я подумал, да, Бхагаван жил здесь. Is there not any guru alive? Ну, есть ли кто-то, кто в теле? The ashram. No. В ашрам я не хотел. Only Рамана. А, я спросил в ашраме, они сказали нет, никого нет, только Рамана. So nobody told me about his disciple. Никто тогда не сказал мне о его живущем ученике. But just it's clear if it's meant for you to meet your guru. Но это ясно, если вам суждено встретить своего гуру.
вы встретите, вы будете привлечены туда, куда надо. But then I was kind of a yogi. Я в то время был, serious yogi, был серьезным йогом, doing all these practices. Делал всякие практики. And the time I was in Goa, 1992. В 92 году я был в Гоа. And another yogi. И другой йоги, йог. He spoke bad about him. Он говорил плохо о Пападжи. Why? Because his message. Почему? Потому что послание Пападжи, оно просто не совпадало с тем, что он думал. Тот йог очень долгие годы практиковал, медитировал, делал садхану. Этот учитель из Лакнау вдруг говорит, вам не надо медитировать, вам не нужна никакая практика, ничего не нужно. So for him it was a provocation, for me it was yes, yes, yes. А для меня это было тотальное «да». А у меня это было полное принятие. Я должен увидеть этого человека. Because I had realized that all the states, потому что я уже осознал, states which you, что все состояния can reach through practice, которые вы можете получить через практику, благодаря ей, physical or mental, физические или all this pranayama, ментальные практики или через пранаяму, and even the tremendous manifestations which happened in my body. И даже те невероятные кундалини, как поднятие кундалини, которые происходили с моим телом, even this transcendental state, даже эти трансцендентальные состояния, включая самадхи, не являются окончательной истиной. Потому что они состояния. So I was attracted to see him. Поэтому меня привлекло к тому, что я должен был увидеть его. So we arrived here in 1992, of course there was no internet. В 92 году, конечно, не было интернета. Nothing. I just had his name. I not even had his name. I just had heard the name. Papaji. Я только услышал, что его зовут Пападжи. In Lucknow. И что он живет в Лакнау. So then, of course, I wanted to take some friends. Yeah, хотел. Hey guys, I heard there's a great, a real master in Lucknow. Let's go there. Сказал им, поехали там, настоящий мастер в Лакнау. But everybody was busy. No, все были заняты. There's this party coming up, and there's a full вечеринка. Party. И полная луна скоро. I met this girl, я встретил девчонку хорошую. Nobody. Никто не поехал со мной. So then I boarded this train. И поэтому to Lucknow. Я поехал один. 42 hours. 42 часа. Я добирался. Goa. От Goa. Lucknow. До Лакнау. Beautiful, beautiful, through India, через всю Индию, third class, there's always something, третьим классом, нечто особенное, уверяю вас. Sometimes you wake up under the skirt of an elderly woman, or whatever, you know, because in the night, you know, everybody shakes through each other, you know, it's packed, you know, it must be. Through beautiful India. Через эту Индию прекрасную. Then I arrived at this station. Я приехал на станцию Лакнау. Like a British railway station. Ну это что-то похожее. Ну осталось от Лакнау. От Британии. Great name actually. Лакнау это такое замечательное название. And once I
was on the platform, suddenly I realized. Уже будучи на платформе. I have no clue where he lives. Я понял, что не имею представления, где он может жить. And I not even know his name. Я даже имени его не знаю. Пападжи is not his name. Потому что Пападжи это не имя. But of course, through grace. Ну, благодаря милости. I found. Я нашел его. It's an amazing story how I found him, but это отдельная невероятная история. Ну, это слишком долго рассказывать. For once, when I was sitting with him. Я сидел с ним. Alone. Один. Like I sit with you alone now. Так же, как я с вами сейчас сижу, только вы и я. He said to me, you don't need to change anything. И он сказал мне, ничего не надо менять. Because everybody has a belief why he has not arrived. Потому что у каждого есть свое представление. Why she is not alive yet? Почему он еще не прибыл? Why he is not free? Почему еще не свободен? Everybody has a belief. У каждого есть свое убежденность. Почему так? Своя история. И каждый держится за нее. And he said to me, "You don't need to change anything." Мне он сказал, вам ничего не надо менять. So then I was in the satsang and listening. Я был в сатсанге, слушал and applying what he speaks. И применял то, что он говорил, то, о чем он говорил. And then he sent me away. И потом он меня отослал. And I was staying on my houseboat in Varanasi. И я остановился в Варанаси, на Ганге, на берегу Ганги. Swimming every day to the other shore. И каждый день я плавал на другую сторону. And then I was touching something and I knew, oops, it's another corpse. И иногда что-то плыло мне на перерез, и я знал, что это что-то тело было. Какое-то время я опять поехал увидеть его. And now I don't need to go to see him. А теперь мне не надо никуда ездить, чтобы увидеть его. Because he is here. Потому что он здесь. And this here has no form. И у этого здесь нет никакой формы. It is like you. Ну, как и вы. And me. Как и я.